Ой, мне бы хотелось, чтобы все было хорошо, конечно, чтобы самое главное, знаете, что сделать надо в Крыму? Надо восстановить виноградники, которые заставились все при Советском Союзе, или когда вот недавно, совершенно 90-е годы, вырубили все виноградники, и человек застрелился или повесился, кто там хозяин этим занимался, да, я честно фамилии не знаю, но знаю, что был такой факт, поэтому надо восстанавливать все это, к сожалению, и действительно надо выращивать и делать вина, потому что регион должен существовать не просто отдыхом, отдыхом у нас никого не удивишь, тем более наш сервис ненавязчивый и дорогой, вот, а надо, чтобы было наоборот. Поэтому, мне кажется, надо сделать так, чтобы регион дышал, чтобы там была экономика. Без экономики любой регион задохнется.